Resident Evil. Ракун-Сити, расположенный на среднем западе США, был полностью уничтожен в результате вспышки эпидемии Т-вируса, спровоцированной международной корпорацией Umbrella. Клэр Редфилд, которая приехала в Ракун-Сити на поиски своего пропавшего брата Криса, и полицейский новобранец Леон Кеннеди смогли выбраться из города. Но это испытание было только началом. Три месяца спустя. Твой идентификационный номер WKD-4496. Добро пожаловать в твой новый дом. Ее зовут Клэр Редфилд. 10 дней назад мы поймали ее при попытке проникновения в парижскую лабораторию. Очевидно, она проникла туда в поисках своего пропавшего брата, Криса Редфилда, одного из выживших членов отряда «Старс» полицейского департамента Ракун-Сити. Отлично. Давай.
Выходи оттуда. С этим местом все кончено. Не знаю, похоже, это был какой-то спецназ. В любом случае, они всех перебили. И захватили тюрьму. А о чем ты? Ты можешь покинуть комплекс. Но покинуть остров у тебя нет ни единого шанса. А как же ты? Ты что будешь делать? Обо мне не беспокойся. Ты не зомби? Ладно, жди меня. Сейчас спущусь. Извиняюсь за это недоразумение. Я подумал, что ты одна из этих чудовищ. Заткнись. Дернешься, и я выстрелю. Полегче, красотка. Я же извинился. Меня зовут Стив. Я был в плену на этом острове. И думаю, ты тоже не из Амбреллы. Нет, я Клэр. Клэр Редфилд. Клэр? Мило. Я запомню. Эй, я слышал, здесь есть аэродром. Найду его и свалю наконец с этого острова. Ну, бывай. Эй, постой! Я не хочу, чтобы ты шла за мной. Будешь мне только мешать.